Доброе утро. Сегодня 30 октября. Как и говорил вчера, пошел, сделал новое место себе. Такой вот перелесочек. Здесь я прорубился, убрал лишние ветки, траву попрямял ногами, репейников копал, несколько кустов. Вот, теперь выставил здесь паутину. Буду пробовать ловить. Сосенки тут. По бокам лес. Шишка здесь растет, прям можно с пола собирать. Думаю, место будет хорошее. Лишь бы клесты на той шишке не задерживались, сюда шли. Взял с собой двух щеглов, клеста простого, клеста белопоясика. Чижа брать не стал, смысла не вижу сейчас их ловить. Я их уже походу тут всех переловил, они уже боятся спускаться. Но хотя здесь еще я первый раз, но все равно посмотрим, как сложится сегодня ловля. Уже есть у нас первый улов. Попались, по-моему, клесты. Вон один сидит, нифига не идет, не буду его ждать. Так-то здесь много с утра летает щеглов, клестов. Времени, хотя начало 9 всего, а уже птица сильно идет. Да, два клеста вижу и щегол один. Третий вон крутится. Ну, щегол хорошенький такой попался. Вот щегол. Вот первый клёст. Вот второй. Вот и первый улов на моем новом месте. Вот тоже клёстик такой морковненький. Будем доставать, пока придержим, потом отпустим. Клёстов я решил сразу выпустить. А вот щеглов придержу ненадолго. Щегла в смысле. Время без 10:09. Попался еще один щегол. Там еще вон клёст на макушке сидит. Никак не спускается. Решил пойти достать щегла. В принципе, простые клесты мне и не нужны. Вон, посмотрим, что там за щегол попался нам. А, молодой, по-моему. А хотя нет. Хороший щеголочек. Ну, самечек. Вот такой вот. Времени 9. Попался еще один клёст. По-моему, красный. Красивый. Может, даже своего заменил. Клёст ничего такой. Вот он. Красавец какой. Будем досывать, придержим, потом посмотрим, что с ним делать. Попался еще один щегол вот такой вот. Придержим, потом выпустим. Попался еще один щегол вот такой вот. Надо будет скоро уже выпускать, эти 4 штуки накопилось. Но щеглы сегодня так себе. Один там более-менее есть, остальные такси. Времени 10:30. Решил выпустить щеглов. Вот они. Какие щегольчики. 4 штучки. Вот они. Времени у нас без 15:11. Прилетала огромная стая щеглов, вообще огромная, но она быстренько что-то ушла. Ну вот сколько-то штук зацепилось, посмотрим, сколько штук их тут. 6 штучек попалось, в общем, вон они. Но один вот в нижний карман, ничего такое залетел, щегольчик красивый,
Ну ладно, будем доставать, подержим, потом отпустим. Один из стаи такой крупненький попался. Щеголок. Вот какой. Крупничок. Время 11:30. Попалось еще 3 щегла. Идем смотреть. Раз. Два, ну вот этот хороший. Маска ничего у него. И три. Будем доставать, да надо уже выпускать. Опять 9 штук накопилось. Выпускаем щеглов. Куча накопилась какая. Они какие там. Один крупный есть, хороший. Времени уже 12:30, прилетала опять стайка щеглов. Сегодня я чего-то задержался. Идем смотреть. 4 штуки попалось, вижу. Вот раз. Вон два. Вот это вот ничего. Красивый. Три. Четыре. Будем доставать, придержим, потом отпустим. Скоро уж домой. Попался еще один щегол. Надо уже идти выпускать. Много их накопилось. Попался еще один щегол. Тебе точно пойду выпускать. Вот такую кучу опять я наловил щеглов. Сколько их. Крупные здесь есть. Ну, всякие. Выпускаем. Вот такой вот попался чеченек красногруденький. Чечеток я сегодня очень много ловил, но это первый за все время чеченек. Времени уже 11:50. Собираюсь домой. Подписываемся на канал. До новых встреч.